Мы находимся в древней столице Грузии, Мцхета, в монастыре Сам-Тавру, женском монастыре имени святой Нино. Это место, где служила святая Нино, где своим крестом из виноградной лозы помогала больным, совершала чудесные исцеления, где святой царь Мириан принял христианскую религию и в 326 году объявил религией государства. Это то место, откуда пролился свет веры на всю Грузию и распространилась монашеская жизнь в Грузии. Некоторые факты позволяют нам выразить следующие предположения. Из-за территориальной и духовной близости, возможно, в Сан-Тавру исполняли те песнопения, которые пели в храме Свети-Цховели и основанной при нем певческой школе католикосата. Кроме этого, существуют древние монастырские предания, что в Сан-Тавру исполнялись те песнопения, которые были в Свети-Цховели. Существует второй факт, что представители фамилии Амилахвари обучались в школе католикосата Свети-Цховели, и, возможно, основательница монастыря игуменья Нино Амилахвари изучала песнопения Свети-Цховели в семье и уже при приходе в монастырь обучила своих певчих. Третий факт, самый значимый, говорящий нам, что в Сан-Тавру исполнялись песнопения школы католикосата Свети-Цховели, обнаруженный в 2014 году в архиве монастыря сборник рукописей, в котором содержится 13 одноголосных песнопений Лада Карабелашвили. Название Лада произошло не из-за того, что эти песнопения создала семья Карабелашвили. Семьей Карабелашвили были сохранены те традиционные грузинские песнопения, которые изучались в школе католикосата Свети-Цховели и были распространены по всей Картли-Кахетии. Поэтому в грузинской науке термин «лад Карабелашвили» относится к песнопениям, сохраненным в семье Карабелашвили. В научной же среде также под этим термином подразумеваются и лад Свети-Цховели.
Исходя из этого, я хочу вам показать сборник, в котором представлены 13 одноголосных песнопений Карбелашвили, и рассказать, какое значение имеет этот сборник и чем он выделяется среди других рукописей. Уникальность сборника заключается в том, что в нем записан второй голос, а не первый, который в грузинской традиционной музыке считается основным. Если внимательно посмотреть, то мы заметим, что здесь проставлены нелогичные знаки альтерации. Например, «ля диез», который не относится напрямую ко второму голосу, а означает то, что во время многоголосного исполнения в басу появляется до диез. По записанной партии второго голоса во время пения матушки дополняли его двумя другими голосами. Таким образом, выходит, что запись второго голоса несла в себе информацию об исполнении верхнего и басового голосов. Можно также сказать, что второй голос в этой рукописи был зафиксирован из-за характерных в песнопениях Картли Кахети мелодических украшений. И все эти 13 песнопений звучали многоголосно. То есть с помощью записанных одинаковых идентичных напевов и на основании их сравнения стало возможным сделать их многоголосными. Сегодня за богослужением мы уже можем петь эти песнопения. Следует отметить, что когда мы исполняли песнопения Лада Карбелашвили, представленные в этом сборнике, мы не представляли, что это и есть те самые традиционные песнопения, которые пели монахини 200 лет назад. И когда в 2002 году Синод принял решение о возвращении древнего традиционного пения в грузинские церкви и монастыри, тогда настоятельница монастыря игуменья Катывани и священник приняли решение преимущественно исполнять Лад Карбелашвили. Это случилось очень неосознанно, но ничто не происходит случайно. Наверное, это случилось по воле Божьей, что в Сантавру с 2002 года традиционно звучат те самые песнопения, что исполнялись монахинями 200 лет назад. Что касается традиции песнопения женского монастыря имени Святой Нино, она также имеет долгую историю, как сам храм Сантавро. Традиция, которая на протяжении многих веков в неизменяемом виде передавалась из поколения в поколение, до сих пор жива. В монастыре уделяли особое внимание и уделяют по сей день церковному песнопению и изучению богослужебного типикона. И до сегодняшнего дня до нас дошел древний типикон, где прямо указано, что послушник не может быть пострижен в монаха, если он не знает богослужебный типикон и не владеет традицией церковного пения. В связи с этим у нас в архиве существуют годовые формальные списки игумени Нино Амилахвари, игумени Дарьи Паговой, игумени Нино Цицишвили и других, где о каждой монахине указано, знает ли она богослужебный типикон и владеет ли певческой традицией. А о послушницах указано, что они обучаются богослужебному типикону.
Также следует отметить, что в 1866 году в Сам-Тавру во главе с Нино Амилахвари было основано училище для девочек-сирот, где воспитывались как сироты, так и дети духовенства. Предусматривалось шестиклассное образование, разделенное на три класса – начальные, средние и высшие классы. И на всех стадиях изучалось грузинское церковное пение. Девочки обучались местными монахинями, а также духовенством, приглашенным из католикосной школы Светиц Ховелли. Интересно одно письмо, напечатанное в газете «Иверия», где описано, как исполняли песнопения во время богослужения ученики училища для девочек-сирот. Стоит отметить, что за богослужением у них не было руководителя, так называемого регента. И священник Кахабер из алтаря давал им настройку на лад, а они без всякой помощи исполняли песнопения. Через некоторое время пришло благодарственное письмо из редакции газеты «Иверия» о том, как хорошо и безошибочно за службой пели ученики училища девочек-сирот.